Но это не точно. Вот пришли на Соснинский Йоган. Б. Начинаем ставить сетёжку. После таких морозов лед, наверное, с полметра точно будет. Сейчас лопаты почистим тут. Площадочку, местечко. Ружьишко снять можно. Может быть, загар начался уже, и рыба ушла на родники. Посмотрим, что тут воды не видать еще. Ну вот лунки пробиты. Будем запускать нашу сеть, которую мы в прошлом видео подправили под это самое, подделали. Вторая лунка у нас немного дальше. Вот шнур. Здесь будем тянуть. Она будет уходить. Сейчас смотрите дальше. Ну, потом вот мы обязательно проверим. Сеть запускать. Тычечка наша. Сейчас проверим, что у нас тут водится, ушла ли рыба на, как говорится, ручьи, родники, потому что все-таки такие морозы, сковало, лед осел, давление при пробое лунки очень сильное чувствуется. Но есть дальше, там выше по Соснинскому Йогану, есть ручьи, которые все-таки с болот вытекают и обогащают кислородом. И рыба, когда совсем ей тяжко, уходит туда. Но там мелко, неудобно ставить и далеко от избушки. Ботать там тоже неудобно из-за того, что выход из ручья очень мелкий. Как бы, может быть, когда-нибудь соберемся что-нибудь там поставить. Ладно, давайте ставить сеть. Вот наша ушина, которую мы сделали. Помните узел, которым мы вязали. Раз, два. И хвостик оставляем. Все, мертвый узел. Аккуратненько. Сетежка у нас вот поплавочек, который будет ее растягивать. Плавочек отлично, но аккуратно тут надо, осторожно, блин, чуть ли не дышать, как говорится. Китайские сети, они такие. Потихонечку где-то что-то зацепилось, сразу обратно, потому что очень слабенькие. Летом, да, хорошо на них рыбачить вроде бы, а здесь сейчас посмотрим, что
будет результат, какой результат, устроит нас, не устроит. Может, правда, лучше нарезать их. Стоп, 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 ты сильно так не это, не дергай, пожалуйста. Потому что цепляется все равно. Зацепилась, что ли? Ну, потихонечку так подтягивай. Если чуть не идет, лучше сразу говори. И это самое. Ну, не шла же. Ну, разрываешь ты ее. Да у меня здесь цеплялась. Ну, у меня-то хрустит сейчас. Здесь. На себя держи. Очень нежная. Сразу рвется чуть-чуть. Стой. Ну, одноразовая, как мы ее называем. По-другому тут никак. Он хрустит, хрустит, хрустит. Вот еще поплавочек. Сейчас дойдем. Наверное, здесь коряги подошла. Да здесь рвется. Не люблю я, конечно, с китайскими сетями. Очень, очень жидкие. Но чуть-чуть так. Стоп. Сейчас здесь разберем маленько. Все, да, давай. Посмотрим, оправдает тебя или нет. Дерни себя. Ага. Стой, стой, стой. Она рвется. Где-то усик цепляется и рвется. Малейший усик, она, если обычная, с хорошей лески вязаная сеть. Так, ну вот она и закончилась у нас. Сейчас мы вот грузила и шнурок, который будем привязывать. Ну, и здесь тоже все зашло, вышло куда надо. Течения практически на омуте нету. Привяжем, притопим и посмотрим, что у нас будет. Сильно ко дну не опускаю, потому что, чтобы она маленько расправлена была, это раз. Второе. Палка выл далеко входит. Так, вот глубина, а еще уйдет уил очень далеко. Дома ее уже не прихватит. Посмотрим, что будет ловиться. Сеть поставили несколько секунд назад, а тычка вон как играет. Посмотрите, что рыба попала и начинает вон как ее колбасит там. Ветра на улице нету. Легкий снежок, 15 градусов. Лето после 40. Поэтому будем проверять, посмотрим, что добудется и как это будет выглядеть. И поставим ее
обратно. О, как играет, сильнее начинает. Рыбешка есть. Да, она не может не есть, это точно. Ну что, наша сеть. Прошло уже минуты 3-4. Надоело ждать. Давайте посмотрим, что тут попало. Палка играет. Маленько рыбы есть. Ну вот, погнали. Сразу отвяжем. Посмотрим, что у нас тут забурилось. Сеть режовая. Я все всегда жду, может, когда-нибудь крупная рыба здесь попадется. Но ставлю сети. Самая крупная сеть я ставил на 36. Ну вот, господа, есть рыбка. Есть, есть. Ну что-то где-то зацепилось. Потяни на себя. Отпускай. Коряжина у нас там где-то. Вроде пошла. Опять что-то встало. Где-то опять встало. Тяни маленько на себе. Нет, сидит. Давай маленько на себя. Идет? Легко? Пускай. Где-то по дну цепляется. Ну так, ничего. Но сеть скрутила. О, какой елец, чуть не ушел. Сеть, конечно, маленько скрутила, чтобы идеально наловила. Надо ее прям один к одному делать грузила, чтобы чаще стояли, чтобы рыба не скручивала. Смотри тут. Ага. О, на жарешку чубачков поймали. Приманочку сварим. Будем путать. Шо тут? Как-то так. Рыбка есть. Сосненский кормит. Почему изба называется рыбацкая? Здесь всегда есть чук. Даже если продукты не завез. Осенью особенно, когда елец поднимается, сеть только протягиваешь, она всплывает. Очень хорошее место. Но ни озер, ни каких-то других речек у меня нету в новогодьях. Вот только это местечко такое кормящее, как говорится. Пожарим рыбки. Сделаем. На приманку сварим, кашу такую рыбную с растительным маслом и солью, лаврушку еще туда кину, как обычно. Глядишь, что-нибудь и поймается. Ладно. Ну вот, господа, вроде у нас все хорошо. Будем ставить сеть.
ставьте лайки, пишите комментарии, какие у вас методы ловли есть, что можете предложить. Я обязательно попробую на этой речке. Вот, так что лайки, дизлайки, комментарии с вас. Всем пока!